Вечером в понедельник 20 мая в Самарской МТЛ-арене разгорелись нешуточные страсти. Местные «Красные крылья» принимали столичный ЦСКА в четвертом матче четвертьфинальной серии чемпионата Единой лиги ВТБ. С самого начала самарцы стали уступать сопернику, а к большому перерыву отстали от него на 10 очков. ЦСКА продолжали уверенно атаковать, в результате разрыв увеличился до 17 очков. Позже самарская команда его сократила, но догнать соперника не смогла. Тем более, что судьи дисквалифицировали Андре Смита за столкновение с Алексеем Зазулиным. Несмотря на все усилия и колоссальную поддержку трибун, «Красные крылья» проиграли со счетом 56-69 и вылетели из плей-офф. Ну, лучшего завершения, наверное, сезона трудно придумать. Конечно, лучше выиграть все, и потом еще и чемпионат НБА. Вот, но как бы проиграть команде, которая считается фаворитом и которая предприняла все усилия для того, чтобы нас победить, в общем, и пусть у них там тоже травмы были, но у нас два ключевых игрока из ротации выпали, вот, и самое главное, что мы боролись, и, в общем, такой был нерв в игре. Таким образом, «Красные крылья» завершили сезон на счету команды Кубок России и Европейский кубок вызова. Однако дальнейшие перспективы «Красных крыльев» пока туманны. Кадровые планы клуба пока неизвестны. Впрочем, некоторые игроки надеются на возвращение в Самару. На данный момент планы отдохнуть чуть-чуть, отвлечься чуть-чуть от баскетбола, хотя бы недельки-две, и дальше приступать уже потихоньку готовиться. Где сложится дальнейшая судьба, пока не знаю, но надеюсь, что здесь останусь. Александр Кривов, Максим Юрисов, Андрей Фомин. Специально для 63.ру.